Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Peugeot 407 2005 года выпуска с двигателем 1.8 механика. На этом автомобиле мы заменим задние стойки стабилизатора и задние втулки стабилизатора. Поднимаем автомобиль, снимаем колеса, снимаем стойки и снимаем втулки. Устанавливаем новые. Поднимаем. Сняли колесо. Вот она, наша стойка стабилизатора. Здесь немножко чистим резьбу сверху и вот снизу, где у нас будет откручиваться. Заливаем ВД-шкой. И вот эти вот болты. У нас два болтика под торкс с обратной стороны. Мы их тоже брызгаем. Так, теперь выкручиваем их. Там торкс Т40. Также мы ослабляем вот этот болт на 16. И вот этот болт задний на 18. Я его предварительно ослабил. Откручиваем гайку. Вот эта гайка у нас на 16. Держим битой торкс. Здесь бита на Т30.
Сначала палец гуляет. Стук даже слышно. Новую стойку стабилизатора мы будем устанавливать фирмы TRV GTC, ну, GTS 467. Вот такая втулка, аналогично оригинальной. Смазываю резьбу. И устанавливаю. И затягиваем низ. Так, теперь мы выкручиваем вот эти два болта. И вот так вот отводим скобу. И снимаем втулку. Новая втулка у нас будет фирмы Metal Incar, Metal Couch, какая она там, Metal Couch, Metal Couch 05-235. Это обычная силиконовая смазка. Берем теперь скобу и устанавливаем ее. Thank you.
Затягиваем эти два болта. Все. Втулку стабилизатора мы заменили. Стойку стабилизатора мы заменили. Теперь затягиваем вот этот болт и протягиваем вот этот болт. Аналогичным образом мы меняем вторую сторону. Вторую сторону я заменил. Вот видно. Стойка стабилизатора новая, втулка новая. Всего вам доброго!